Сколько сейчас время? Проблема просто? Да, ну вообще даже не упирает. Ну как бы на холостом ходу идет машина и все. Да. Даже не газуешь особо. Как бы. Поиграться здесь. Ничего себе. Давай-ка ты сейчас повнимательней. Ну, шибем вот этот стол. Деревце. Ну вот какое дело. Тестируем МБ-442 М2 на нашем месте. Здесь полный фарш. И вот, да, наши друзья. Игорь, привет. Евгений. Пришли на всякий случай на подногу. Илья, да, мало ли чего. Мало ли чего, ребята спасут, если что. Уже был опыт здесь. Между деревом. Ну, смотри, аккуратно там еще. Обалдеть, слушай. Опа, нормально. Ну, у меня, да, я поставил газ, поэтому мало. Защитный коврик поставим. Ну все. По-моему, уже неплохо. Отлично. Это наоборот цветение. Ты разбираешься вообще на кому как чего? Или я нет, я просто знаю, что кому-то ромашку нельзя пить, кому-то нельзя, допустим, там именно, говорю, надо смотреть от месяца даже вообще обалденно. Я уже не могу. Ну так просто. Хорошо. Вроде сейчас чувствуешь грицапу, да? Пошла. Вроде сидишь так чуть-чуть, 10 минут прошло, уже все, уже. Да. Очень тяжело. Ты не терпи. Мне вот что хорошо, здесь сидится легко. У меня нет такого вот. Нету как в голове так тук-тук. Да, такого нет. Значит, давление в норме. Просто непривычно, что вот так мёд вниз. Усиленно идет вот потоотделение. Вот, собственно, и все. Ну, да. Влажность повышается. Просто технология печи позволяет перегретый пар мелкодисперсный. Если бы просто пар пил бы, он бы тут же улетучивался. А это мелкодисперсный пар. За счет того, что расстояние между молекулами большое,
и очень много молекул кинетической энергии. Вот так вот прям, просто. Кофтепроводы. Да, у нас веники замочены, немного утепленного пола. И печка C1 под завязку. Кирпичики старшеварита и змеевик. Вот, фу, реально, наверху здесь под 90. Отлично вообще, красота. Не, у меня не так было, у меня было помягче. Потому что согр с парафоном, да? Да. Не, я даже, честно говоря, сел вниз здесь, потому что хочется отдохнуть немножко. Ну, Денис, стойкий такой мальчик. Собрав кэтбайки. Печка C1 гравитатор. В парильном помещении. Да, сильно. Где там есть источники топлива? Угу. Ну я говорю, я езжу туда. Мечты сдуваются. Я же говорю, что как-то на бах и еще езжу, увлекаюсь подводной охотой. Буковские закрывать и открывать свой сезон. Говорят, что там 44 метра. Тепло, очень комфортно. Ну и мы продолжаем здесь париться с цапой. Раскочегарилась печка. Ну прям ваш умный. Умный. Ой, у меня руку прям обжигает руку. Лады. Все, сейчас закрываем. Да, извините. И парниация опять пошла. Здесь жилой у нас. Жилой комплекс. Ну, я такое заметил в Карелии. Давай. Я имею в виду, что он комфортный внутри. Внутри, да, большой. Там даже вдвоем можно поместиться при желании. Хорошо спали, переночевали в МБ-442-М2. Прям мне оно очень нравится, я доволен. Угу. За 9 часов? Да, та закладка, которая была. Вот что у нас по закладке. Я не знаю, как будет, а это сейчас быстро высохнет. Ну что, гравицап отрабатывает. Отрабатывает в МБ-442М2. То есть эту печь легко можно использовать в такой двухслойной мобильной бане. Здесь у нас на согре подогревается чаек. Сейчас быстро пробиваемся здесь. Я в Новосибирске был только так, самолетом и все. А так вот, чтобы... Да, вот не было бы этой грязи, вообще бы другой бы эффект для глаз. Сидеть. Вот вроде бы первый раз для меня баня, я в других банях парился, насколько здесь комфортно, мягко это идет, но когда вышел на режим парогенерации, просто, ну, особенно если поддать и попариться веником, что хочется просто тут посидеть и отдохнуть. Почему-то рано или поздно все равно люди куда-то пытаются вырваться на природу, кто за грибами, кто просто погулять. Земля тянет людей. Походу я очень сильно хотел взять мину, я не взял. Чего? Походу я очень хотел взять мину, я не взял. Я достал, где-то там они внутренние уже, насколько я ждет. Слушай,
раскалывание такое, головокружение есть? Нет. Прям, ты прям по спине прям почувствовал, прям так. Во-во-во, вот это отлично. Это значит, поры раскрыты. Тело дышит.